Китайцы – самая креативная нация. Некоторые товары, которые можно найти на AliExpress, нашему человеку и в голову вряд ли пришли бы. Но если вы в поиске креативного подарка или просто в хорошем настроении для дурацких покупок, самое время посмотреть этот ролик. Сегодня я покажу вам подборку из 50 самых упоротых, непонятных, нелепых, странных и забавных товаров, но некоторые из них даже будут полезны. Устраивайтесь поудобнее и будьте аккуратнее с глотками чая, рискуете поперхнуться. Поехали! Бокал в виде женской фигуры скрасит любое застолье и станет интересной темой для разговоров. Еще это неплохой способ удивить девушку, сказав, что силуэт этого бокала прекрасен, но ему не сравнится с красотой твоей фигуры, чтобы в эту ночь эта красотка была твоей. Бокалы вмещают 300 мл, пара стоит чуть более 10 долларов. Любовь к маленьким подвижным собакам породы корги, кажется, перешла все допустимые границы, и теперь в форме задницы этих животных можно найти даже сумку. Причем жопы есть как поменьше, так и побольше. Маленький секрет и без того забавной сумки – отверстие для наушников. Находится оно, ну, на очень интересном месте. Товар для девичника или для дам с эротичным чувством юмора. Еще один бокал нестандартной формы. Пить можно через трубочку или другим экстравагантным способом. Объем сопоставимый – 100-150 мл, что примерно составляет 3 глотка. Как говорится, пей до дна. Прикольным и недорогим презентом другу или подруге, которые не дают покоя фаллические символы, будет флешка в форме сперматозоида. Но последней фигурой выбор USB-накопителя не ограничивается, как вы уже могли догадаться. Go смотреть, ссылки в описании под видео. Если нужно что-то более приличное, но милое и веселое, упоротые чашки животные – неплохой вариант. Подержать слона за хобот, жирафа за шею или зебру за морду, наслаждаясь глотками чая или кофе. На странице продавца 20 видов прикольных кружек, можете выбрать самый подходящий для себя вариант. Если мы носим чехлы на телефонах, что мешает напялить его и на фаянсового друга? Чтобы был красивый, мохнатый и желательно с сердечками. А что, мягкость и комфорт превыше всего. В ассортименте 3 цвета, чехол надевается на сиденье унитаза и застегивается на молнию. Кошки едят мышей. Мы всосали этот факт с молоком матери. Но этот товар сломает эту логику. Потому что это домик для кошки в форме мышки. Интересно, как на это отреагирует ваш кот? Я не знаю, для чего нужен этот товар, но такое впечатление, что это ожившие животные из мультиков, которых недавно переехал каток. В детстве у меня был динамо-фонарик. А теперь из Китая можно заказать и такую странную на первый взгляд штуку. Крутишь ручку и заряжаешь телефон. Правда, маслать до полной зарядки, думаю, придется долговато. Этот странный, но эффективный тренажер для улыбки действует на мимические мышцы в области рта, тренируя и подтягивая овал лица. Выглядит странно, но, говорят, работает. Большой Enter уже когда-то фигурировал в моих видео, но покажу его еще раз. Эта большая подушка в форме известной кнопки подключается к порту USB и обеспечит эмоциональную разрядку за компьютером. Более того, на ней можно даже выспаться. Забавный аксессуар, который, помимо прочего, имеет пару полезных качеств и будет креативным презентом начальнику, например. А пластиковый кувшин для крика будет подстёбным подарком ему же на какой-нибудь другой праздник. В инструкции указано, что в порыве гнева, тщетности бытия и бессмысленности жизни нужно плотно прислонить прибор к губам и кричать в него, сколько влезет, потому что все звуки растворятся в нем, словно в вакууме. Были ли вы в ситуации, когда срочно нужно намазать бутик маслом, но этот чертов брусок твердый аки камень? Я был неоднократно. Но креативщики из Китая придумали специальный нож с подогревом, который позволит моментально приготовить бутерброд и не пропустить ни минуты вашей увлекательной жизни. На странице товара указано, что подходит также для сыра, меда, джемов и мармеладов. Еще одно милое приспособление на Али – вязаные носочки для ножек стула разных прикольных видов.
Но если у вас покрашенные полы, к примеру, это неплохой способ дать пожить краске подольше. 3D-футболки с принтами разной степени упоротости удивят и заставят ваших друзей, коллег, одноклассников или одногруппников либо поржать, либо покрутить пальцем у виска. За низкий прайс можно заказать футболку с мясным принтом, обвисшего жиром волосатого мужика, лазерной кошки или ленивца верхом на единороге, чумовой обезьяны на пузе, картошки фри и другой еды и много других вариантов, ссылки на некоторые из которых я также добавил в описании. Если тебя заинтересовало, то там ты точно найдешь привлекательный себе рисунок. В стиле прошлой футболки, на которой был жирный мужик, можно заказать и поясную сумку, которая очень реалистично изображает волосатый пузик, небрежно показавшийся из-под одежды. Винная пробка с паролем – отличное изобретение для тех, кто не хочет, чтобы кто-то из домочадцев хлыстал винище на мышу. Стоит недорого, зато уж сколько денег сможет экономить. А тот, кто решил скрестить чемодан и самокат, определенно гений. Идеальная вещь для быстрого перемещения по аэропортам, вокзалам и просто ровным городским дорожкам. Главное не сбить с ног своей клажей какого-нибудь таможенника. Формочки для льда различных видов, будь то ледяной, тонущий в стакане Титаник, или самая популярная в мире форма мужского достояния. Пошутите над другом, который зашел к вам выпить чай или кофе, и заварите ему напиток в такой кружке. И внимательно следите, как постепенно он будет офигевать от того, что ему все более разборчиво будет видеться на дне. Еще одна упоротая кружка, которая сама в себе размешивает напиток. Внутри пропеллер, с помощью которого посудина самостоятельно перемешивает все ингредиенты. Чтобы его активировать, необходимо плотно закрыть крышку и нажать на кнопку, расположенную на ручке. Объем почти 400 мл, материалы пластик, нержавеющая сталь. Работает же кружка от трех стандартных маленьких батареек. Дозатор для мыла в форме носа – классика жанра подборок упоротых товаров. Но согласитесь, что не просто ведь так. Поэтому еще раз напомню о таком важном аксессуаре, из которого льется жидкое мыло в виде соплей при нажатии на ноздрю. Советую выбирать зеленые оттенки средства. А вот еще один аналогичный прибор, но теперь, чтобы вытекло мыло, нужно надавить на изящную женскую грудь. Женский нататюрник для писания стоя – еще одна нестареющая классика. Прибор привлекает внимание уже много лет и благодаря своей форме плотно прилегает туда, куда нужно. В инструкции пишется, что его можно применять в очереди либо самолете, но я вам скажу, что за почти 30 лет использования своего оригинального прибора не помню, чтобы я воспользовался им в подобных местах. Прикольная женская помада в форме рифленого грибочка. Можно заказать в подарок подруге или жене. Форма оказалась очень удобной для нанесения помады без кисти. Нужно украсить рабочее место за вашим компьютером? Сделайте это с помощью настоящего персидского ковра для мышки. Он очень мягкий и приятный и подойдет абсолютно любой мышке. Тапочки вьетнамки с травяным покрытием вместо стелек. Эти парни обеспечат ощущение прогулки по свежей траве где угодно. Особенно, если смочить их водой. Женские трусики с интегрированной формой верблюжьей лапки. Да, теперь стало модным подчеркивать под одеждой то, чего раньше обычно девушки стеснялись. Есть варианты и просто имитирующие подкладки под обычные трусишки. Кругом, кругом обман. Это что такое, а? Ну, Илья! Где сиськи? Сушилка для волос в форме шапки с хоботом, в которую вставляется фен, высушит голову по заявлениям продавца гораздо быстрее и безопаснее, чем обычный способ, так как при такой сушке воздух равномерно рассеивается, а кончики секутся гораздо меньше. В комментариях покупатели отмечают работоспособность гаджета, но указывают, что фен нужно держать на малой мощности, чтобы внутри не было слишком горячо. Вы удивитесь, но подобная штука с такой же задумкой есть и для наших младших братьев. И выглядит она на их мохнатых телах еще несуразнее. А один перевод названия чего стоит? Сушилка хот-догов пользуется популярностью у владельцев домашних животных, так как позволяет высохнуть собаке быстро, легко и безопасно. Есть разные размеры, а ссылка, как и на все остальные товары, в описании.
Еще одни тапочки вьетнамки необычной формы, которые в другом световом исполнении не вызывают особых эмоций, но именно эта расцветка – что-то из ряда вон выходящее. С ними вы точно не останетесь незамеченными, будь то бассейн, парк или летняя прогулка по пляжу. Стоят недорого, их цена упала в два раза после летнего сезона, так что рекомендую заказывать их прямо сейчас зимой, чтобы сэкономить. Еще одна классика жанра видеоподборок про упоротые товары – эспандер для лица, который не даст коже на щеках, подбородке и других областях провиснуть с возрастом, делая лицо стройнее всего за 3 минуты в день по заверениям продавца. И определенно, мышцы, отвечающие за мимику и красоту улыбки, этот тренажер точно подтянет. Еще одна подобная классика AliExpress – увеличитель женских губ. На что только не идут девушки, чтобы сделать губки более пухлыми и привлекательными. По сути, это обычный насос, который прикладывается к губам и в процессе накачки заставляет кровь кратковременно приливать к этой части тела, делая внешне ее более привлекательной. Кстати, кому лень работать руками, есть и электронный вариант. Туалетный баскетбол. Для тех, кому надоело залипать в смартфон на белом друге. В комплекте сетка, несколько мячей, коврик под унитаз с разметкой и удобный контейнер для мячей. Вам остается закрепить сетку, расставить все по местам и заниматься туалетным спортом, не вставая с трона. Но там вас никто не увидит, а вот шапка викинга обеспечит повышенное внимание к вашей персоне. Одновременно она отлично выполняет свою функцию, защищает от морозов, а бороду можно и снять. Собственно говоря, у этого продавца на Али есть еще много разных видов оригинальных упоротых шапок. К примеру, шапка осьминога или вот такая вот стильная вязаная шапка с интегрированными очками. Шлем для курицы. Выглядит забавно, но зачем? В общем, тем, кто беспокоится о безопасности своих сыпочек, может и пригодиться. Или нет. Кстати, на просторах Али я нашел подобный шлем, но уже для кошки. Гигантская бритва для спины одиноких мужчин. Собственно, все понятно и без комментариев. Напишите в комментариях, есть ли среди зрителей волосатые мужики, которые захотели купить этот прибор. Робот, который может петь, танцевать и собирать деньги у ваших гостей, так как в его голове для этого есть специальный отсек-копилка. Как только даешь роботу монетку, он тебя благодарит и начинает напевать какую-то веселую песенку. Надувная подушка для путешествий. Стоит недорого, можно уткнуться в смартфон и просидеть там всю дорогу. Но со стороны больше похоже, что кого-то попросту стошнило. А любителям пить вино всегда и везде следует заказать пару любопытных держателей для бокалов. Один в ванную, а другой повесить на шею, чтобы освободить руки и набрать с собой побольше хавчика со шведского стола. Удобно или нет будет, не знаю, но улыбку у людей точно вызовете. Маленький USB-холодильник для банки пива – крайне забавный аксессуар для рабочего места. Подушка эмоджи отлично украсит любой диван или стеллаж, а маленькие габариты позволят ее всегда и везде брать с собой. По неофициальной статистике, это самая популярная эмоджи среди всех существующих. Еще одни тапочки для лентяев. Пинать ими что-либо по квартире – отличное занятие для их владельца. Будет неплохим напоминанием, что слишком долго отдыхать нельзя. Ходишь, значит отвлекаешься, пинаешь и ничего не делаешь. За работу, солнце еще высоко. Мужская или женская футболка или же кофта, по которой все ясно. С помощью ее можно блеснуть знаниями о современном кино и стать живым мемасиком. Но за что только так с Николасом Кейджем? Не понимаю, нормальный же ж вроде актер. Невероятно крутая гарнитура со стильной подсветкой украсит любой смартфон с разъемом 3,5 мм, именуемый мини-джек. Ну и переходники никто не отменял. А еще есть и беспроводной вариант. Еще один бестолковый, но зараза стильный подарок с AliExpress – плюшевый кирпич. Плавать быстрее и почувствовать себя человеком-амфибией помогут силиконовые перепонки для рук. Производитель предлагает товар в трех размерах и трех цветах, но стоит отметить, что вместе с увеличением скорости возрастает и нагрузка на суставы, поэтому стоит ограничивать время использования этого чудо-изобретения. А окончательно почувствовать себя русалкой поможет вот такой вот плавательный костюмчик. Кто знает, может именно таких алиэкспрессных русалок видят прибухнувшие моряки с рыбаками.
Фляжка, которая не только никогда не потеряется, но и станет аксессуаром. Куда бы вы ни отправились, 100 мл любимого напитка будут с вами всегда. Размеры фляжки весьма скромные – 7 на 10 сантиметров, но больше ведь и не надо. Не забывайте, что эту штуку предполагается носить на запястье. Теперь ваши вещи всегда будут в идеальном состоянии. Этот малыш практически ничего не весит и занимает крайне мало места. Конечно, на глажку рубашки придется потратить чуть больше времени, но на какие только жертвы не пойдешь ради красиво выглаженной вещи. Вот и подходит к концу наша подборка, но это не значит, что больше упоротых товаров на Али нет. Если вам понравилось видео, давайте поставим под ним много-много лайков и кучу комментариев, и тогда я сделаю еще одно такое видео. Ну а напоследок товар-бонус. Милый и забавный брелок в форме попы корги или котика с яйками. Прикольный аксессуар для вашего рюкзака или сумки. До встречи в следующем выпуске, друзья!